Все. Фу, оставили маму в роддоме. Вика. Мама не здесь. Ее все перевели в палату. Предродовую называется. А она где? Там? Ну там где-то на каком-то этаже, да, не здесь уж точно. На 5-м этаже? Я пока не знаю. Мы позвоним и все спросим у нее попозже. Хорошо. Да, сказали папа с дочкой, не переживайте, все будет хорошо. Фу. Ой, что-то запыхался, я переживался весь. Что сказать-то, что сказать, а? Сказали, в общем, не переживайте, все будет хорошо. Расслабьтесь, идите домой, отдыхайте. И такие, ложитесь, все будет хорошо, отдыхайте, смотрите телек, да? Ну, не знаю, делайте, что хотите. Врач сказала, позвонит, когда все произойдет, и нам все сообщит. Поехали. Сейчас. Не берет, да? Не-а. Фу, Вика, ну, не знаю. Я думаю, мама сама потом позвонит, хорошо? Ты уверен? Да, конечно. Пойдем погуляем, свежим воздухом подышим, иначе мы так с ума с тобой сойдем. Ну ладно. Вика, сегодня даже погода радуется. Смотри, как солнечно, а? Да, весна уже наступает. Весна прям чувствуется. Да. На ватрушках, правда, хочется еще покататься. Ватрушки, все, можно забыть уже про ватрушки, мне кажется. И про коньки, только в следующем году. О, наконец-то можно опять снова кататься на самокате. Подержи-ка камеру. Я поехал уже. Расскажи, куда мы едем. Мы едем покупать одежду. А, машину оставим на мойке, а сами зайдем в торговый центр. Да. А, и, может быть, покажем даже, что вам, что будем покупать. Угу. Уже не терпится. Уже не терпится нам быстрее обнять нашего нового члена семьи. Да, Пушин. Мы же еще не будем говорить, да, мальчик или девочка? Да, не будем. Надо еще чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать. Вот когда мы придумаем имя, тогда все вам сразу и расскажем, да? Да. Правда, я уже имя, ну, подобрала. Спросим подписчиков, может быть, нам помогут подобрать имя. Смотри, как ярко светит солнце. Очень красиво. Аж слепит. Ага. Как будто бы вот-вот сейчас... Лето будет. Лето настанет. Ну что, приехали на мойку? Да. Сейчас поставим машину, ворота откроются, да? Угу. И пойдем за покупками. Да! Ой, мне уже не терпится поскорее маму увидеть. Понянчиться. А. Мне кажется, я самый счастливый папа на свете. Папа, смотри, что я нашла. Я вижу. Это авокадо из Лайка. Да? Можно возьмем? Поехали. Я просто знаю, что ты давно его искала. Давай да. Возьмем, да. Вот еще тут акула была, тогда вообще была. Акула, она из Икеи. Да. Мы когда будем в Икее, обязательно возьмем акулу тебе. Здесь очень много прикольных пушистиков. Давай еще вот этого возьмем. Вот этого давай возьмем. Не, такой у нас дом будет и так. Только живой. А вот этого. Не-не-не, все. А это что такое? Это рука? Это звезда. Какая звезда? Сюда? Это звезда падающая. А-а-а.
А я думаю, это ладонь. Точно все вижу. Какая ладонь? В смысле? Откуда ты видел, что это ладонь? Смотри, какая радуга. А как ты понял, что это ладонь? Я думал, это пальцы. Думаю, одного не хватает. Суперзвезда. Там-там. Носочек. Это что, вишенка? Что это такое? Это не вишенка. Нет, не вишенка. Тогда не берем. Ой, он только погрызанный уже. Молоко. Ой, а что они какие-то порванные все? Так их всех уже тут пощупали, потому что... Ой, бедный мороженка. Жалко. Ика обожает все пушистое. Давай еще вот это возьмем. Давай все возьмем. Все. Она тоже популярная. Да? Да. А где, покажете барашечка? Сейчас тебе маленького барашечка принесут. О, милота. Давай возьмем. Конечно, всех возьмем. Давай, пожалуйста. Давай, пойдем. Пошли, возьмем. Прям точно, да. Вика, я тебе еще сумочку взял. Ну ты какая моднявая. А я вот эту вот возьму. Мне достаточно в школу вот этой. А это что это такое? Мандай-сандай. Это тоже чемодан. Маленький. Да. Не хочешь сумочку? Смотри, какая. Это для киской. мамы. Нет, это детская. Мы с Викой решили погулять. Да. Мы что-то испереживались все с Викой. А погода хорошая. Решили, что будем переживать на улице, чем дома сидеть, да? Да. Вот бы еще сюда колясочку. Скоро будет колясочка. Мы здесь с тобой, наверное, часто будем гулять. Теперь уже, да. И в школу я, наверное, ходить не буду. Нет, в школу надо ходить всегда. Там уже... У нас там зараза. Что, у вас карантин в школе? Ну, у нас 5 человек не было в школе. Да? Да. С масками будешь ходить? Или чеснок будешь кушать? Как в садике, вот тут вот, чеснок вот на ниточке был привязан. Да, да, да. У меня была самая редкая капсула, синенькая. Вика, скажи-ка, откуда дети берутся? Ты что, не помнишь самую древнюю историю, откуда берутся дети? Нет, не помню. Расскажи-ка. У каждой женщины есть в животе магазин. Так. Там продаются дети. Там большая рулетка. Там выбирается сначала цвет. Как у нас в челленджах рулетка, да? Нет, она другая, она квадратная. Так, расскажи. Там сначала выбирается цвет кожи ребенка, дальше пол ребенка. Дальше. И дальше суешь $1500. Куда? В животе? Ну, там что? Через рот. Так, дальше. И дальше рождается ребенок через 9 месяцев. А почему $1500? Ну, потому что ребенок, он же дорогой. Дорогой, да? Ага. Вот я стоила миллиард. Ты так... миллиард стоила? Да. Ты что, не помнишь, как ты платил маме? Да я столько денег, конечно, взял, не помню. А почему ты стоила миллиард? Потому что я очень добрая и скромная чуть-чуть. А-а-а. А еще я веселая. А добрые и веселые, они все дорого продаются, да? Да. Точно. Ничего прекраснее я не слышал. А злые дети дешево продавали, да? Ага, за $10. За $10? Ага. Круто. Смотри, вот здесь. Смотри. Ух ты. Смотри, Вика, свадьба. Где? Жених и невеста, телетели тесто. Давай посмотрим, как женятся. А как женится? Ты выйдешь за меня? Он мне кольцо дал. И одевает на кольцо. На какую? Кольцо на какую руку? На какую кольцо? Вот сюда одевает, видишь? На правую руку куда? Сюда? Вот, да. На этот пальчик. Где у тебя пальцы? Вот. Угу. Когда замуж выйдешь, тебе тоже оденут, окольцуют тебя.
окольцуют, арестуют. Окольцуют. Странное слово. Соски нужно купить. А мы не знаем, какие брать. Здесь их много. Я да? Вот а? Хорошо, спасибо. Мы все возьмем, наверное. Потом будем разбираться. Да? Наверное. Так, держи такую сосочку. Такую сосочку. Еще какую возьмем? Так. Покажи-ка. То же самое, нет? Просто цвет может быть другой. Смотри, они как будто бы светятся. Нет, это то же самое. Надо разные формы брать. Мама сказала. Ага. Пойдем еще посмотрим. Здесь еще есть бутылочки. Так, это не то. А это что такое? Это... А, прищеп, поддержатель. Если соска упадет. Прикольно, ты откуда знаешь? Ну, потому что я такие взяла. Давай тоже возьмем. А подожди, а вот это? Смотри, какие. О, во. Вот, что мы возьмем. Так, держи. Так, вот, есть еще такая соска. Неизвестно же, какую она будет у нас сосать. Поэтому возьмем давай все. Это что такое, трубка? Так, это не то. Это не надо. Еще. Так, ну, эти, наверное, не будем брать, да? Дешевые не будем брать. Ну, хотя, давай попробуем. Вот это что такое? Тоже какая-то соска. Это с держателем уже. Соска пустышка с держателем маленькая. Все, затарились. Ты куда мне это все? Что, все, идем на кассу? Ты уверен? Что? А может еще? Может вот еще взять? Вот эти давай. Не, бутылочки у нас есть дома. Мама полно купила. Ладно. Пошли. А ты крутую обложку нарисовал, папа. Да, мне тоже нравится. Один дома ищем ловушки в Майнкрафт. На твой игровой канал. Одно сердечко. Осталось одно сердечко. Да, кстати, прикольно. Мама не звонила? Что-то нет, не звонит пока. Что-то испереживался я тоже весь. Иди, наверное, пока поиграю на планшете. А можешь книжку почитать? Ну, можешь книжку почитать. Так нет. Быстрее время летит. Айпад лучше. Как мама позвонит, я тебе сразу позову. А, ну ладно. Давай. Алло. Да, привет. Привет. Ну чё? Что, девочка? Все прошло, что ли? Все нормально. 3220. Рост 52 сантиметра. Я сейчас оплачу. Не могу. Все нормально прошло, а? Все хорошо, как во сне, я не могу. Сейчас немножко в себя прихожу после наркоза. Ой, ты так долго не отвечала, я что-то вообще с Викой с ума чуть не сошли. Вика! Сними наушники. Все, мама звонит. Все нормально родила. Поздравляю. Теперь ты старшая сестра. Наконец. Давай я видеозвонок сделаю, хорошо? Давай. Пока. Сколько? 3220-52 сантиметра. А я сколько была? Надо придумать имя теперь. Ты была поменьше. В смысле? Ты поменьше родилась у нас, да. Сколько сантиметров? Давай подписчиков попросим, пусть придумают нам имя девочки. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Девчачье имя. Девчачье имя самое прекрасное, да? Потому что я не в состоянии сейчас думать.